И как мне понять, что я правильно медитирую? Вообще технические какие-то моменты есть, ну, двигаться, там, что если там какие-то приходят образы, правильно, какие-то неправильно, как я пойму, что я правильно делаю? Когда мы медитируем, мы хотим развивать умелое качество ума. Медитация – это тренировка для ума. Как физическая тренировка создает красивое тело, здоровые, выносливые мышцы, так медитация создает умственные качества умелые. И теперь мы медитируем, и мы можем наблюдать, как медитация развивает нашу внимательность. Внимание – это качество ума, которое способно удерживать ум собранным, сосредоточенным на одном объекте. Ум не рассеянный, не перепрыгивает с одного на другое. И вы увидите, что ум отпускает все больше и больше. Вы можете наблюдать свои мысли, вы можете наблюдать свое тело, вы можете не быть погруженным в это, а осознавать. Начинается с осознавания своего дыхания. Физически все легче наблюдать. Эмоции они захватывают. Злость приходит, желание. Мы тут же вовлеклись. Человек нам что-то сказал, мы ему ответили, он нам ответил. И тут мы ссоримся, оказалось, 15 минут уже. И только что осознали, с чего все началось, как это. Потому что вовлеклись. Когда мы развиваем внимательность, мы видим, что мы можем наблюдать то, что с нами происходит, наблюдать свое дыхание, отпустить то, что было вчера, завтра, то, что дома оставили, быть здесь и сейчас, наблюдать свое тело, как мы сидим. Даже когда вы двигаетесь, когда вы что-то дома делаете, очень часто хорошо дома практиковать. Я что-то делаю и осознавать, как я это делаю. Не быть поглощенным этим. Очень часто мы делаем автоматически много дел, много действий, не требует никакого внимания. Мы механически делаем, чтобы не впадать в автоматически это не было, чтобы инстинктовно не было. Мы хотим видеть наши поступки, наше начало действия, движения умелые, полезны, наша реакция, наши чувства, то, что всплывает внутри умело и неумело. Это будет медитация. Удерживать, направлять внимание, развивать внимание и направлять внимание на себя. Изучать себя.